Васька, привет. Часок тебе можно, да? С интернетом что-то нереально войти вдруг. Я забурюсь, да? Зачем туалетная бумага? Почему туалетная ты решила? Потому что чем шуршит? Мышка. О, жесть. С моей карты ей реальными деньгами платил. Да ладно. Как ты разоришься? Это такое дело. Да выход как бы дороже входа. Олег, если ты скажешь Оле, я тебе уши оторву или кастрюлю по выбору. Эх, Вадян, подсадил я тебя. Welcome to the club. Рассказывай про нее. Она в Америке. Ой. А Эмма 34, она интернет-женщина. Как? Она работает в интернете. I am... бизнесмен. Ты в компьютере? I live in Russia. А Оля знает? Мне кажется, Оля знает. Russia is good, Russia is a peace. Come to Russia. Как ее зовут? Шина. 667. Что диктует горизонт? Всякие моменты бывают в жизни взрослых людей. У вас с женой хорошие отношения? Обожает меня совершенно. Это даже немыслимо расстаться, чтобы я в Америке остался.